Домовой – это значит хозяин дома. Он есть, но его никто не видел. Это привидение, и он делает всякие вещи. Он хорошо прятается, только они просто думают, что он где-то есть. И у меня такое тоже есть. Люди дают ему печеньки, чтобы он не воровал. Там чупа-чупсами или еще там жвачками или конфетами. А одной тете просто на холодильнике стоит замок, потому что чтобы они туда не залезли. Домовые. У меня дома нету домового, это хорошо. Я когда-то смотрю, у меня мишка просто вечером стоит на столе. Просыпаюсь, его нету, он на моей кровати. Он есть, просто его никто не видит, а я видел.